Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас Ultra HD телевизор Sony 43XF7596 2018 года выпуска. Модель относится к бюджетной ценовой категории среди топовой линейки Sony. Список актуальных цен на сегодняшний день вы можете узнать по ссылкам в описании. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень благодарен, если вы поставите лайк этому видео. Диагональ экрана 43 дюйма, разрешение Ultra HD 3840 на 2160. Подсветка Edge LED, матрица IPS, глубина цвета 8 бит плюс технология FRC. Частота обновления 60 Гц. С 4K X-Reality Pro разрешение каждого изображения повышается, чтобы максимально приблизить его к качеству 4K и добиться невероятной четкости. Качество изображения улучшается в режиме реального времени, обеспечивая тонкую проработку деталей. Motion Flow XR 400 Hz обеспечивает плавность динамических сцен. Оцените плавность и высокую степень детализации даже в самых динамичных сценах с быстрой сменой планов благодаря Motion Flow XR. Эта инновационная технология создает и добавляет дополнительные кадры между исходными кадрами видео. Специальный алгоритм сопоставляет ключевые составляющие изображения в последовательных кадрах и вычисляет недостающие фазы движения в имеющейся последовательности. Кроме того, некоторые модели поддерживают функцию вставки черного кадра, что позволяет добиться настоящего кинематографического качества и полностью избавиться от размытия. Захватывающее развлечение в 4K HDR. Этот телевизор подарит вам невероятное удовольствие от фильмов и игр в 4K HDR. Он поддерживает различные форматы HDR, в частности HDR10 и гибрид Log Gamma. Подключите к телевизору смартфон или USB-накопитель и смотрите любимый контент на большом экране с невероятной детализацией. С функцией Plug and Play можно легко выводить на экран видео и фотографии, а также воспроизводить музыку с нескольких устройств. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра Ultra HD-контента с данной модели телевизора — 181 см. Этот тонкий и стильный телевизор 4K HDR с узкой рамкой, имитирующий алюминиевое покрытие, не только займет минимум пространства, но и гармонично впишется в интерьер. А благодаря продуманной системе укладки кабели будут максимально скрыты спереди. Спрячьте кабели в подставку и соберите их вместе с помощью специального держателя для кабелей из комплекта поставки. Размеры телевизора — 97 см в ширину, 57 см в высоту. Толщина — 5,8 см. Вес — 9,8 кг. Цвет — черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. В комплекте предусмотрено крепление веса 100 на 200. Стандартные разъемы, которыми оснащен телевизор. Один разъем для локальной сети, один композитный, 4 HDMI 2.0, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, один выход для аудио и наушников 3,5 мм, один вход для кабельного ТВ, один вход для спутникового ТВ, один слот CI+, 1.3. Присутствует один оптический аудиовыход, Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Операционная система Android 7.0 с планируемым обновлением до Android 8.0. Расширяйте горизонты с Android TV. Ваш умный телевизор становится еще умнее. Теперь наслаждаться любимыми развлечениями со смартфона или планшета можно на большом экране Bravia. Android TV поддерживает передовую систему голосового управления, с помощью которой можно быстро искать фильмы, телепередачи, приложения и другой контент. Google Play — бесконечное разнообразие контента и приложений. Открывайте для себя фильмы, телепередачи, игры и многое другое на Google Play. Оцените огромный выбор приложений на экране телевизора в новом свете. Найдет, что скажете. В этом телевизоре 4K HDR с Android TV имеется передовая система управления голосом. Теперь вы можете искать фильмы и телепередачи в приложениях и на каналах вещания, просто произнося их название. Голосовой поиск. Скажите, что вы хотите посмотреть. Тратьте меньше времени на поиск контента, уделите больше времени просмотру. Функция голосового поиска в Android TV позволяет пользоваться мощными поисковыми возможностями Google и находить контент, предлагаемый различными сервисами, без лишних усилий и без необходимости текстового ввода запроса. Вы также можете получать рекомендации, например, по запросу «Романтические комедии» вам будет показан список вариантов. Какая сегодня погода? Прогноз на сегодня 8 градусов дождь.
Удобная работа в интернете. Используйте смартфон в режиме модема, подключив его через USB. Подключив смартфон с помощью кабеля USB, можно использовать его в качестве модема и просматривать веб-сайты на вашем телевизоре. Превратите свой телевизор в цифровое устройство записи USB HDD Rack. Храните любимые телепрограммы на внешнем жестком диске USB и смотрите их, когда вам этого захочется. Функция USB HDD Rack позволяет выполнять запись в одно касание и по таймеру записи цифрового вещания на любой внешний жесткий диск с портом USB и емкостью памяти до 2 ТБ. Во время просмотра телепередачи просто нажмите кнопку Rack, чтобы начать запись. Она будет автоматически остановлена по окончании программы. Наслаждайтесь играми с PlayStation в HDR качестве. Телевизоры 4K HDR от Sony создают идеальный тандем с консолями PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Благодаря четким текстурам и ярким насыщенным цветам вы сможете получить настоящее удовольствие от игры. Input lag при разрешении 1080p составляет 33,2 миллисекунды, а при разрешении экрана 4K – до 35,1 миллисекунды. Реалистичность звука наравне с реалистичностью изображения. Clear Audio Plus позволяет оптимизировать звук телевизора для еще более полного погружения и яркости переживаний. Наслаждайтесь музыкой, диалогами и звуковыми эффектами в еще лучшем качестве. Кинематографический звук S-Force Front Surround. Переживите полный эффект присутствия благодаря богатству деталей звуковой сцены. Технология объемного звучания S-Force Front Surround симулирует нейронные процессы, создавая объемный реалистичный звук с задержкой звучания и широким спектром звуковых волн. Этого удается достичь всего лишь с помощью правого и левого звуковых каналов. Эмуляция естественного звучания трехмерного звукового поля для полного погружения в объемный звук без установки полноценной акустической системы. Технология DC воспроизводит цифровую музыку во всех деталях. Интернет-видео низкого разрешения, а также телепередачи в записи и сжатые аудиофайлы не всегда имеют желаемое качество звучания. Большое количество данных теряется при цифровом сжатии аудио. Технология улучшения цифрового звука DC позволяет воспроизводить потерянные при сжатии частоты, в особенности высокие частоты, обеспечивая естественность звучания и расширяя звуковую сцену. Выходная мощность 20 Вт, 2 по 10 Вт динамика. Поддерживает Dolby Digital Plus. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу вам то, на что в основном жалуются обладатели данной модели. Тормоза UI Android TV, особенно при воспроизведении 4K видео. В характеристиках указано 16 гиг памяти, в параметрах самого телевизора 8 гиг. Глючный поиск через пульт DU. Пульт довольно примитивный, клавиши Google Play и Netflix никак не перепрограммировать. Кнопки пульта расположены неудобно. Все материалы корпуса сделаны из пластика, но хотя бы не дешевого. Всего один порт USB 3.0. Затемнение в нижнем ряду пикселов. В комплекте не было винтов крепления ног, хотя в инструкции в комплектации они указаны. Я стараюсь быть объективным, поэтому расскажу вам о положительных сторонах. Изображение отличное, 4K HDR видео просто супер. Full HD контент тоже смотрится вполне хорошо, цвета яркие. Подсветка при полностью черном цвете довольно равномерная. В общем, для IPS-матрицы все вполне на достойном уровне. Хороший звук. Wi-Fi 802.11ac для просмотра 4K контента по воздуху необходим. Естественно, если ваш Wi-Fi роутер поддерживает этот режим. Дизайн. Выглядит очень стильно, рамки довольно тонкие. Наличие кабель-органайзеров в ножках. Нормальный модуль Smart TV на Андроиде. Хороший телевизор с яркой картинкой и быстрым смарт-модулем. Самое модное разрешение экрана — 4K. Апскейлинг действительно очень хорош, глубина и четкость изображения впечатляют. Возможно, вы станете владельцем данной модели и поделитесь в комментариях с нами своим отзывом о телевизоре. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель телевизора вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Всем пока!